Всем привет! Меня зовут Таня Рыбакова, и я нахожусь на великолепном лайнере «Силуэт» вместе с партнерами компании «Арифлейм». И я отправляюсь в плавание. Меня ждет великолепное путешествие, и мы посетим такие города, как Рим, Афины. Мы побываем на Миконосе и увидим турецкий остров Кушидас. Мне кажется, это будет просто великолепное приключение. И самое главное, что на протяжении всей этой недели я буду общаться с партнерами компании и узнавать секреты их успеха. И нужно отметить, что здесь просто великолепная площадка для занятия спортом. И здесь очень много активностей, хочется везде побывать, поэтому я не просто так выбрала этот спортивный casual look. И самое главное, бегать можно по палубе, в открытом море и дышать свежим воздухом. Только что закончилась wellness-зарядка, так что пойдем зададим пару вопросов. Привет. Я хотела узнать у тебя, что ты почувствовал, когда тебя позвали в круиз с Арифлейм? Ну, для меня это вообще первый раз. И да, для этого первый раз, и поэтому, когда я узнал, что, ну, что я поеду, да, я, конечно, так, я думаю, так будет, что мы приедем, походим по странам, там, пообщаемся, ну, кого-то поздравят там, ну, в принципе, вот такая тусовка будет. Но вот в этой сейчас энергетике, когда находишься, то просто хочется бежать вот по воде, вот куда-то бежать, что-то делать, потому что реально, ну, энергии добавилось просто вот сейчас вот тонны, мегатонны энергии. Почему этот круиз особенный? Ну, как я уже ответил, да, для меня он впервые. То есть я его рассматриваю как какую-то отправную точку дальше. И сейчас в голове очень много, куда идти, сколько сделать и так далее. Второе – это юбилейная, конечно, конференция. И для меня, как человека, который, наверное, один из многих, которые, я так понимаю, видели братьев Ахьёвников на картинках в интернете и увидеть их вживую, понимая о том, что сколько эти люди сделали для нас, я чувствовал с ними очень близко, и хотелось там просто обнять их и сказать им спасибо. Великолепно, поздравляю. Спасибо. Хорошего отдыха. Спасибо. Ну что, после зарядки все пьют витаминки, коктейли Wellness, пойдем тоже попробуем. Спасибо. И вот мы уже целую неделю на корабле, и это было незабываемое время. Мы посещали разные мероприятия, занимались спортом, но конференция не может закончиться без прощальной вечеринки, и я не просто так подобрала такой наряд. Нас ждет вечер, танцы, огромное количество партнеров Арифлейм, мы будем болтать, развлекаться, отмечать этот круиз, и представьте, что там будет 6 тысяч человек, сумасшедший размах, и это будет точно круто. На прощальной вечеринке Арифлейм. И сейчас я хочу пообщаться с партнерами и задать вопрос тебе. Расскажи, как тебе путешествие с Арифлейм и что тебе понравилось больше всего? Путешествие с Арифлейм – это круто, потому что когда ты путешествуешь один, это одни эмоции. Когда ты путешествуешь в сообществе таких же людей, как ты, знаешь лица людей, которых ты видел когда-то в интернете, можешь воочию подойти, пообщаться, познакомиться, это совершенно другое. Другие эмоции, другие впечатления, поэтому это ни с чем не сравнимо. А что понравилось больше всего? Мне больше всего запомнился бизнес-ралли, когда нас было 63 страны с двух лайнеров, у меня было полное ощущение Олимпиады. Или Евровидение. Евровидение. Люди в разных национальных костюмах, которые при этом друг друга понимают на каком-то ментальном уровне абсолютно, и до мурашек, до дрожи. Вот мне больше всего этот момент запомнился.
В этом путешествии мне понравился, конечно, сам круиз. Это для меня необычное путешествие. Я привык к Европе, разным островам, но на лайнере, когда ты выходишь из своего номера на балкон и видишь только море, это, конечно, море впечатлений. То есть, и это что-то новое, это неописуемое, наверное. Больше всего понравилось это дух, единство, да, ценности компании говорят об этом. И вот, вот это здесь видишь вживую. Вот это понравилось. Супер! И то, что здесь все такие открытые, классные, позитивные, как я сам, да? Как мы все. Я не могу не поделиться своими эмоциями. Я просто в восторге от того, как прошла моя неделя с компанией Oriflame и партнерами компании на этом круизном лайнере. Это просто сумасшедшее время. Мероприятия, вечеринки, обучение, обмен опытом. Это так круто и незабываемо, что хочется двигаться дальше и развиваться. Спасибо компании Oriflame за то, что вы выбрали меня, и я была с вами в этом круизе.